Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Сейчас я буду делать обзор отеля «Аврора» в Турции, в Сиде. Вот 4 звезды. Как только собралась снимать обзор отеля, и приехала вот эта машина. Ну, что ты будешь делать? Стану вот сюда. Сзади меня вход. Здание небольшое. И территория тоже небольшая. Море отсюда минут 5-7. Давайте зайдем вовнутрь. Здесь вот сзади меня находится курилка. Можно покурить. И это лобби. Вот такое лобби с такими кнопками. Народ здесь сидит в интернете. Интернет очень слабенький, так же, как и в разных отелях. Вот. Борис собрался покурить. Ресепшн сзади меня находится. И также бар. В баре можете попить кофе, чай. Водичка находится вот там. Там кулер стоит, вы можете набрать воды. Бутылки, бутилированную воду здесь не дают. Можете просто набрать водички и отнести в номер. Никто вам ничего не скажет. Идем дальше. Вот еще такие фигурки слева и справа. Это первый этаж. Слева от меня находится конференц-зал. Здесь проходят инфо-встречи. Кстати, вот сейчас гид что-то рассказывает про экскурсии, про отель. Всю необходимую информацию дает. Привет, привет, привет. Народ приветливый. Кстати, на ресепшене через день работают то русскоговорящие, то не русскоговорящие. Вас могут не понять. Вот здесь лифт. Спа, сауна. Ё-моё, какие фигурки. Здрасте. Поснимать можно? Здрасте. Вас тоже, да? Это спа-сауна. Здесь есть хамам, комната релакс и бассейн. Вот бассейн. Никого нет. Сауна работает с 4 вечера. Здесь комната для массажа, а вот там вот у нас сауна. Здесь тоже комната релакс. А здесь у нас хамам. Тут что написано, непонятно. Заглянем. Вот, жарко, вот камень. Вы можете тут мыться и вот там подливать себе горячую водичку. Пахнет очень вкусно. Прямо массаж. Плохо видно. Там тоже комната релакс и массажи. Вот, если мы заглянем, вот здесь вот делают вам массаж. Стоимость по процедуре стоит $20. Нет. До свидания. А надо, да? Вы что, или нельзя? Как без меня-то? Вы будете на YouTube-канале. Там я уже несколько раз. Да? Да. Пойдем дальше. Это первый этаж. Сейчас мы поднимемся на лифте. То есть это нулевой этаж. А первый этаж можно подняться пешком, либо на лифте. И на первом этаже у нас будет главный ресторан. Не знаю, какие отзывы пишут. Плохие. Нормальный отель. Здесь маркет,
Вы можете здесь приобрести все, что вам необходимо. Цены немножечко завышены. Это главный ресторан. Ресторан работает у нас по часам. Еще обед не закончился, но уже заканчивается. Пройдемте к бассейну. Человек здесь стоит. Всех приглашает в спа-салон, да? Приглашает всем. Вот. Да. Персонал приветливый, русскоговорящий. Здесь находится витамин-бар. Вы можете здесь покурить кальян, поиграть в бильярд. Бильярд стоит $5. В игровые автоматы. И прямо по курсу у нас находится сцена. Территория маленькая. Так что если вы оставите своего ребенка-подростка, то вы его не потеряете. Вот я оставляю свою дочку. Я знаю, что ее можно искать либо в лобби, либо у бассейна, либо в самом бассейне. Вот люди кушают вот здесь. Вот еще возле бассейна. Сцена вот такая небольшая для четверочки. Вполне нормальная. Здесь проходят анимационные программы, которые начинаются в 9 вечера. В 9 вечера у нас детская дискотека. С 10 до 11 у нас какие-то шоу, развлекательные программы. Вот бар возле бассейна. Здесь вы можете попить алкогольные напитки. Также безалкогольные. Черри, Apple, оранж и персик. Самообслуживание. Вот здесь стоит кулер. Кулер сейчас у нас пустой. Стоит кофемашина. Можете брать сахар. Кстати, сахар брать руками, что не очень хорошо. Надо сюда чипчик положить. Берете стаканчик и наливаете. Вот капучино, кстати, я пила. Кофе здесь вкусный. Вот мусорка. Идем к бассейну. Он, Борис, уже в бассейне плавает. Здравствуйте, молодой человек. Кому хотите передать привет? Вы будете на YouTube-канале. Вы не мой? Или у вас уже нет слов? Все ясно. Вот сам бассейн. Здесь можно позагорать, людей не так много, потому что самое пекло, и мы как ненормальные в самое пекло здесь плаваем и загораем. Вон там мостик и горки, которые работают по часам. С утра после завтрака они открываются и работают с 16 до 18 часов. Вот мы находимся на заднем дворе отеля. Территория маленькая, зато есть вот такой приятный бассейн. Там бар, вот такой отель пятиэтажный, сзади меня бассейн, я стою на мостике, и сзади меня находятся горки, две горки, лежаки, здесь можно поплавать, горки включаются на 2 часа, вот моя принцесска прыгает, довольная и счастливая. А самое большое развлечение здесь, это в 4 часа дают мороженое. Моя девочка в очереди устала стоять, пойду ее заменю. Вот такая вот очередь за мороженым бесплатным, которое входит в путевку. Зачем очередь? За мороженым. Да? Ты какой будешь? Так выглядит отель. Сейчас мы находимся на 3-м этаже. Вот верх отеля. Вот вниз ковровое покрытие. Номера с левой стороны, с правой стороны. А мы идем к себе в номер. Вот наш ключик. Коляски оставляют
никто их здесь не возьмет. Также и в ресторане есть кресла для маленьких деток. И вот наш номер. Номер очень симпатичный. Начнем с сантехники, санузел. Вот смотрим, здесь мыло, здесь раковина. Ремонт нормальный, унитаз. Здесь вот ванная комната, полотенце. Также вот здесь для мыльницы, там тоже жидкое мыло, вот такая ванна, все чисто. Пойдемте посмотрим номер. Здесь шкаф, лежат подушечки, зеркало. Здесь вешалки, внизу вон сейф, здесь полочки для сумок. Телевизор, зеркало. Вот номер с двухспальной кроватью и односпальной. А куда эта дверка ведет? Что там за дверь, не смотрели? Смотрели. Что там? Там еще одна дверь. Да. Две тумбочки. И балкончик. Это стандартный трехместный номер. Вот такой балкон. Кондиционер. А вот там море. Метров 500. Хотя говорили, что 300. Весьма приятно. Смотрите, все в отеле сделано для людей. Если вы мамочка с маленьким ребенком и пришли в туалет одна, пеленаете его вот так вот. Ну, не пеленаете, а ремешочками прикрепляете. Грудной ребеночек тут лежит. Вот здесь показано все. И идете в туалет, делаете свои дела. Здесь мыло, вода. Нажимаете. Вот, даже не надо нажимать, просто прислонил руку. Все, она реагирует на ваши руки. Пожалуйста. Все как для людей. А чтобы купить себе магнитики, либо постричься, либо чемоданчики в дорогу, сумки, всякую всячину. Вот вы выходите из отеля. У вас есть два пути. Вчера мы ходили налево, а сегодня... вчера ночью ходили и направо. Вот так вот переходите дорогу, вот там вот есть дорожка. И идете, там будет базар, и все, что хотите, купите. Вот там вот есть маркет. Пойдете метров 300, вот туда в горку поднимаетесь. Там будет маркет, тоже всякие магниты, сувениры, рахат, лукум, оливковое масло, полотенце. Там дешевле. Поэтому, чтобы сэкономить, вы можете даже лучше пойти направо. Что мы сейчас и делаем. Идем. Без подарков же не надо возвращаться домой, правильно? Начинается у нас ужин. Поужинать можно вот здесь, вот на свежем воздухе возле бассейна. Здесь бар возле бассейна. Здесь задний вход в ресторан. Пойдем посмотрим, что у нас сегодня на ужин. Это главный ресторан отеля. Сиде, отель Аврора называется, 4 звезды. Смотрите, как украшен арбуз. Вон Борис Маркелов тоже делает обзор отеля. Вот, смотрите, это все вырезано из арбуза. Какая красота. Здесь у нас масло, оливки, сметана, различные закуски, заправки. Здесь можно брать тарелочки. Ага, да. Здесь у нас различные соленья. Здесь макарошки. Разные салаты с сыром. Вот еще арбузик украшенный.
здесь баклажанчики, все так красиво, вот арбуз еще вырезанный. Далее сейчас пойду покажу очень красивую красоту. Здесь арбузы, яблоки, здесь печености очень вкусные. Смотрите, как красиво на арбузах написано, и флаг вырезали даже. Здесь тортики, различные вкусняшки, которые готовятся здесь различные салаты, в основном огурцы, помидоры, зелень, перчики, какие-то травки, лук. Вот такой салат, такой салат. Это суп, суп-крем. Не пробовала еще, не знаю из чего. Это сухарики. Вот различные специи можете брать на выбор. Хлебушек здесь режут сами. И здесь у нас лаваши, то есть лепешки. Вот здесь кетчуп можно выдавить с майонезом. Картошка фри. Стоит небольшая очередь. Здесь у нас овощи. Опять суп-крем. Далее вермишелька. И еще здесь у нас стоечка с макаронами коричневыми. Курица с морковкой. Дальше пюрешка. Да, Борис? Что набрал? Фигни какой-то. Ну, в очередь за макаронами стоит тоже. Ага. Ну, овощное тогда у тебя будет. Здесь у нас что-то с грибочками овощное. Здесь макарошки и рыбка скумбрия. Вот такую красоту сделали турки. Сегодня у кого-то день рождения или просто они стояли, украшали. Налепил, смотрите, как много. Сюда вот затекает водичка, когда волна посильнее, и детки резвятся. Также здесь есть водный спорт. Сзади меня вот парашют. Можно покататься на водных мотоциклах и так далее. Парашют на двоих стоит $70. Лежаки входят в стоимость путевки. Вот они расположены чуть-чуть подальше. Вот море, а вот лежаки от отеля. И находится как раз там бар от отеля. Отель «Аврора» имеет свой собственный пляж. Минут 5-7 идти, если медленным шагом от отеля, то море. Море как раз для деток. Песочный пляж, песок, никаких камней. И очень-очень теплое море. Если было море пива, ему ничего не надо. Ему пивасик. Он просто сидит, пьет пиво и любуется на море. Да? У тебя переводы идут, да? Красота. Подцепил козырного туза, итальянец ему денег сделал. Он даже разговаривать не хочет. Ему и так хорошо. Да? В баре не все бесплатно, то, что входит в путевку. Кальян вы можете покурить за $5, кукуруза $2, мороженое 1, 2, 3, смотря какое. Milk Snake, молочный коктейль, видимо, $3. Ice Coffee, $3, кофе с мороженым, коктейль $3. Orange Juice, свежевыжатый сок $1. Из апельсина Ice Cream тоже $1, $2, $3. А мы идем есть лепешку. Здесь пекут лепешки, вот в этом баре. Турецкие лепешки. Вика заказала одну лепешку. Вот она с чем-то даже. С сыром. Сыр, да? С
сыр, зелень. Сыр вот, есть. Картошка. Чиз, yes. Да, чиз. Картошка вкусная, да? Чиз картошка — это сыр с картошкой. О, перевернули. Ну, сейчас будем кушать. Вот такая лепешка получилась. Вообще они друг друга не поняли, наверное, потому что с наполнителем каким-то она должна быть. А я хочу с наполнителем. Мне нравится. Да? Моя девочка уже там глазки строит в баре. Сенки, да, Вика? Что делать в Турции вечером? Вечером вы можете прийти, попить чаю, кофе, алкогольные напитки. Вот здесь вот такая сцена. Сзади меня танцуют детки. Сзади меня находится главный ресторан. Мы туда без 15:09 приходим кушать пироженки. Ну а слева от меня находится бассейн с горками, которые работают днем.